Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня роллинг. Без всяких акций, без ничего. Даже не по 1200 нету у нас сегодня. На день замковладельца еще акции не открылись. В общем, поехали посмотрим, что у нас за аккаунт такой. Game True. Судя по всему, если русский сервер есть Овник, да, немножко донатный, ну, до шапки даже не дошел. А Овник уже есть. Вот и разница. Если раньше надо было задонить свыше там Минотавра, сейчас можно за минималку вообще собрать полностью всех героев без всяких проблем. Такс. Окей. Находится он в гильдии Agent по Team. Не знаю, что означает. Для вступления пишем ВК Вадим Agent Pro. Кидайте заявочки, вступайте. Битва гильдии первая. Атака фортов 4 места. Так, отметились. Поехали посмотрим, что у нас по героям. Не хватает Розы, Некрос, Мэри, Вольт, Магдуха. Ну, донатный, Зефир донатный. Трифит, Королева, Оз. Дуэлянта можно собрать. Ледяхи нету. Ледяка, Оккультист. Трифит, Свалин. Честно скажу, Дама Холода, Рогатка. В принципе, основные герои есть. Ну, конечно, Ледяка и Оккультист — это два героя, которые действительно надо. Остальные все, ну, такое себе. Ну, окей, поехали, будем пробовать что-то достать. Такс. Где там? Давайте отсюда забежим. Посмотрим, какой сегодня рандомчик у нас. На русском сервере без акций. Это просто какой-то, это какая-то дичь, реально. За 7к душегуб? Да вы что, угораете? Купидон призрачный. Драка с ниндзя. Поехали в рейд. 10к просто в никуда. Фига себе, его героев разваливают. Сейчас надо будет посмотреть, что у него по сборкам интересное. Так, суки, поехали дальше. Очень как-то жестко. Гаргул. Имка. Ну хоть начали леги падать. Рэнк. Блин, дайте Феникса. Давненько, кстати, я уже Фениксов не выбивал. Я давненько не ролил уже. Ладный. Медузка. Блин, 10к и... тоже, по сути, ни о чем. Вот Хладного, я думаю, он так собрал. Да, Хладный и так есть. Жесть. Одним словом, ну, просто реально жесть. Что-то вообще печально. Че, они хотят сказать, что сегодня вообще лучше не ролить? Вроде не понедельник. Рибит. Ну, я сегодня Рибита себе достал. Это просто аут какой-то. Медуза. Честно скажу, это просто писец. Чё за фигня? Ледяной дьявол. Почему не Феникс? Не, это тупо пипец. Лех вообще нету.
Дракос. Ну нафига Космо? Ну вот Космо есть уже, ну нафига вот это вот? Ну просто пипец. Вот скажите, вот это нормально, когда падает офигенная леха, ну которая уже есть, блин. Здесь надо просто обычный ледяха. Просто трэш. Так, 10 попыток оставим, поехали пока отдохнем от рандомчик. Хорошо, хоть не десятка. Потому что если было бы десятка, это был бы полный пипец. Это был бы третий аккаунт, на котором я видел прокачанную живу. Так, отлично. Нормально. Ну тут огненки, конечно, нужны. Коробки есть, странно. Да, с талантами тут, конечно, поиграться на аккаунте надо, потому что талантики старенькие. Печальненькие. Тыква персовая, да ладно. Такие же исцеления. Очень странно, я не знаю. Реально странно. Пойдем дальше, посмотрим. Ну не падает, просто тупо не падает, нифига. Просто жесть какая-то последнее время. Такс. Ну печаль с талантами, реально печаль на аккаунте. Еще одна тыковка берсовая. Что у него 10-е исцеление есть, но я сомневаюсь. Ладушка. Это странно очень. А че тыковка не это? В общем, какой-то трэш реально на аккаунте творится. Ну это просто вот просто трэш. Когда падает, ну вроде классные герои упали, упал Космо, блин, он обалденный, но он здесь есть. В общем, русский сервер, ребят. Чему тут удивляться реально? Я уже не знаю даже. Ладно, вон где-то недавно вижу собрал Мишаня. Странно очень. Судя по всему. Аккаунт недавно начатый, но странно, что он берс прокачал. Давайте поставим исцеление. Однозначно исцеление на тыковку надо с талантами. Беда на аккаунте. Чтобы нигде в другое место не запихнул. У него плюшки есть. О, щит. О, по-любому еще одно исцеление упадет. Но у него эмблемки есть. Сундучки. Фига себе, он тут понабирал. Прям плюшкин. Блин, ну не знаю. Печально. Вот реально на русском сервере что-то печаль последнее время. Дофигище. И причем Асурика нету. Дофигище недостающие герои. Мы нифига не вытащили. Но что я могу сказать? Русский сервер, сервер есть русский сервер. Так, сейчас я еще гляну, что там есть. Аккаунт, конечно, хорош. Свален один с этим. У него этот есть. Чаль. Так, а что у него собрано по этим, по героям? О, вот это реально кайф. Когда падают апекс камни, 200 штук. Это однозначно плюс. Да, обидно, конечно. Но ничего не сделаешь. Рандомчик есть рандомчик. Вот 200 апокс камней. Блин, хотел бы я на сардальку тоже это получить. А, чё по героям у него? Короче, вот так вот.
Все, пишите комменты, кидайте заявочки, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Хотя последнее время такая лень что-то писать по битве замков, потому что ни хрена от обновы до обновы не меняется. Все, всем пока.